Всем привет, друзья, это канал Масали. В работе у нас Chevrolet Niva. Автомобиль приехал к нам обработать днищем. Днище мы уже обработали, показываем, что у нас получилось. Обрабатываем мы только кузов непосредственно. Все силовые рабочие агрегаты мы не трогаем. Толщина материала, вернее слоя, достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Сейчас опустим автомобиль, отгоним ее на стоянку. Дадим отстояться где-то 3-4 часа, чтобы полимер подсох. И отдадим автомобиль автовладельцу. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!